дешево, по дешману, дешмански, просто за гроши. Да, сегодня короткий, милипиздрюсочный ролик, который вы должны заранее отлайкать, потому что дешево. Да, я в гостях у Руса, давай, что дешево? А все недорого. Мне просто Толян сейчас стоял и охреневал, говорит, стою, моюсь и, говорит, понимаю, что на стены не течет. То есть здесь вот, ну, на вагонку не попадает. Здесь стоит кусок, остался от теплицы. Поли! Обычный поликарбонат. Карбонат! Сделанный на бруски. Ребята! То есть здесь с зазором. Водичка, которая попадает, стекает в поддон. Ну и все, а что? Что такого-то? Ребята, вы должны прямо сразу, еще пока я не сказал, поставить лайса. Потому что кто этому обучит? В каком видео вы это увидите? Только на канале же ЖПК. Только у Руста. Но Рус совершил, по-моему, одну ошибку. Вы посмотрите, он поликарбонат не допротянул вот куда-то вот сюда. И поэтому мне кажется, что здесь... Там, нет. Там ничего нет. Вон, да. А вот она! Кроме, это просто от водички грязь здесь. Ничего, короче, ничего надо там было вниз опускать. Так, куда, ребят? Вниз-то? Куда, как куда? Вот эту протягивать туда, вот в эту щель, вот в эту. Ну, надо было, да, ну сколько было. Но сколько она стоит лет у тебя? Я сколько помню, столько и стоит. 6 лет это вот на... Сколько себя помню, сколько тебя помню. На штучках, короче. Специальные штучки такие, ну, в магазине не найдете. Абсолютно уникальная вещь такая вот. Штучки остаются. Да. Вот. Они сюда в качестве прокладок. Лайса, подписаться, спасибо Русту.